Все, в общем, успел загрузиться. Сейчас пошел уже дождик. Ну, теперь он нам не страшен. Значит, весы положили. Вещи, одежду. Вот так вот выглядит наша машина. В общем, загрузились полностью. Товара нам хватило. И еще прошу прощения за то, что не отвечаю на ваши вопросы, на ваши комментарии. Просто очень некогда. Ну все, отправляемся в путь. Дальше будем вам показывать, как происходит торговля в Москве. Все, пока.